Привет-привет! И я поскорее пришла домой для того, чтобы снять для вас видео. Вы попросили, сказали, снимай, Наташа, да, распаковку. Сама еще вот только вскрыла, даже честно не поднимала, ничего не смотрела. И я увидела у одной девушки, у Карины Нигай, буквально вчера это или позавчера, да, было видео, где она показывала много разных продуктов и рассказала, что на одном сайте заказала себе уход для волос. Я пошла, конечно же, по ссылочке, посмотрела, что за сайт. Это был сайт Cecolor. И как сейчас я понимаю, когда пришла вся эта упаковка, еще думаю, сайт, такое знакомое оформление. Это фармакосметика, по сути. Ну, в общем, суть не в этом. Я не могу устоять и много чего заказала себе для волос. Давайте посмотрим подробнее. Сейчас все вытащу и буду вам по порядку показывать. Сначала покажу, как это все упаковано. Ну, здесь, понятно, накладная, все перечислено. Так, это подарочек, восстанавливающий вот такие вот шампуни, маска от Matrix. И дальше здесь уже вот оно все, богатство, все самое вкусненькое там. Давайте я вытащу и покажу. Итак, давайте мы с вами приступим. И сейчас будет такая двойная немножко сегодня съемка. Так, первое, с чего начнем? Я все уже перед собой разложила. Наверное, давайте начну я с того, что я давно хотела и никак не решалась взять. Потому что стоит это недешево все-таки. Итак, это у нас Kérastase. Я долго выбирала, что именно взять. Столько разных линеек, честно признаться. И в итоге я остановилась на вот этом вот. Давайте я его сейчас понюхаю. Мне очень интересно, какой у него запах. Вот он, кстати, вот так вот упакован. Такой бутылек прям мне очень-очень нравится. И здесь у нас 250 миллилитров. Так, сейчас я его открою. Как он сказочно пахнет вообще. Просто обалденно. Очень, знаете, вот я даже не могу понять, с чем он у меня ассоциируется, но очень-очень приятно. Такой аромат просто-просто потрясающий. Так что вот так вот он выглядит. И взяла к нему из той же серии я маску. Ну все, запаковано. Давайте я ее сейчас открою. Пока... полюбуйтесь на шампунь. Так, сейчас я ее открою. Вот она, упаковочка, если что-нибудь видно. Ой, ну баночка, конечно, просто шикарная. Посмотрите на нее. Вот действительно, да, как она классно выглядит. Ну, все, конечно, отражает, на чем у меня стоит телефон сейчас. И в маске у нас сколько здесь? 200 миллилитров. Сейчас я посмотрю, запакована ли она. Как она, ой, вы вообще, вот, честно, вот одно удовольствие, посмотрите, да, как она, и крышечка такая вся красивая, ну, для меня это важно, я не знаю, мне это нравится, мне кажется, все мы, девочки, любим, ой, запах ненавязчивый, очень нежный, с одной стороны, он свежий, с другой стороны, вот, знаете, мне кажется, салонный уход, он примерно всегда пахнет одинаково, когда выходим из салона красоты. Вот такой вот запах, она, посмотрите, она очень густая, она мне по своей консистенции очень напоминает маску от L'Oréal. Я думаю, что, ну, действительно, будет интересно это все, конечно же, затестить, посмотреть. Так, и мне, я пока не знаю, как у меня получится смонтировать это видео. Вообще, если вам понравится идея такая двойной съемки, то я буду так снимать. Но первый раз просто пришла мысль. Дальше, то, что я тоже очень давно хотела попробовать... Это, конечно, Moroccan Oil, макадамия, в общем, здесь все возможные масла, нет никаких сульфатов. Давно облизываюсь, смотрела много обзоров у девчонок тоже. Вот так вот выглядит, здесь 300 миллилитров, ну и давайте, конечно, я тоже снова понюхаю. Вы знаете, пахнет какой-то травой, ну вот такой цитрусовый. С одной стороны, цитрусовый и немножко не травами. Вот что-то мне напоминает, я всегда не могу описать ароматы. Ну, вообще приятно. Вот когда прям начинаешь так его
внюхиваться, понимаешь, что приятный. Итак, давайте посмотрим, что здесь нам заявлено. Это шампунь, восстанавливающий с маслом органы и макадамия, увлажняющий для всех типов волос. Ну вот действительно, очень мне давно его хотелось попробовать. Вот наконец-таки он мой. Буду пробовать. Вы знаете, как сильно я люблю L'Oréal. Я очень часто рассказываю вам, ну не, пускай сейчас не так часто, но я перепробовала много их шампуней профессиональной серии L'Oréal Profession. И на этот раз я взяла вот такую вот себе, вот такой шампунь с кератином. И сейчас я здесь 250 миллилитров стандартно уже, опять-таки, не первый раз беру. Нет, так не чувствую, но, по-моему, он тоже цитрусами. Слушайте, все ароматы цитрусовые. Это корректирующий, ухаживающий шампунь для поврежденных волос. Ну, в общем, вы знаете как, я вообще боюсь шампуней, которые прям такие для испорченных, для сильно волос, потому что я боюсь, что у меня волосы более-менее нормальные, что слишком напитает. Но в то же время мне, например, липидиум шампунь от L'Oréal, мне он подошел, и захотелось попробовать этот. Так, я уже 3 часа просто рассказываю про то, что мне пришло. Давайте быстренько дальше. Это Redken. Вот Redken, сколько я смотрела видео, сколько различных отзывов. И здесь я как раз-таки решила уже взять просто шампунь для всех типов волос, и чтобы он был такой вот для сияния. Вот так он называется. Ну, я вам все ссылочки обязательно оставлю в инфобоксе, заглядывайте, чтобы вы могли посмотреть более подробно. Так, а он у меня пахнет апельсинкой. Или мандарином, или апельсином, чем-то таким. Интересно, здесь есть это в составе или нет. У меня дурацкая привычка. Когда я решаю себе что-то взять, я никогда в жизни не читаю отзывы. То есть вот я просто, вот я это хочу. Я ни на что из того, что я взяла, я просто вот макадамия видела обзоры и девчонок, L'Oréal сама знаю, Kérastase, я не стала читать отзывы и смотреть, для каких волос, что лучше подойдет. Я просто думаю, так, хочу это на интуитивном уровне. Запах мне нравится. Здесь тоже, смотрите, 300 миллилитров, так что попробуем, посмотрим, что это будет из себя представлять. Дальше, вот никогда не думала, что я все-таки поведусь на рекламу по телевизору, и Осечка решил поиграться. И возьму себе вот этот вот шампунь «Лошадиная сила». Но все-таки, вы знаете, так интересно стало, думаю, правда, ни одного отзыва я, по-моему, на него не видела. Не знаю, кто там делал. Ось, ну подожди, дай мне игрушку, потом поиграемся. Принес мне тут свою курицу играться. Это шампунь-кондиционер, я взяла большой объем, но думаю, даже если мне вдруг, к примеру, не подойдет, у меня есть Осечка, мне есть кого мыть. Кстати, я его ножницами взяла, случайно его ножницы, ими разрезаю. Итак, давайте посмотрим на эту бадью. Вот такую вот громадную. И здесь такой дозатор. Не знаю, насколько он будет удобен в использовании. Опять-таки, конечно же, мне нужно... Ой, а пахнет приятно. Чем-то таким... Тоже мне пахнет апельсинами. Не знаю, девчонки, кто знает эти ароматы, напишите мне. В общем, такой вот шампунь. И последние две штучки, это уже будут не шампуни. Я вам рассказывала, что, и вы видели сами по видео, что я часто делала себе кудри. Я начала выбирать, думаю, что-то мне нужно для того, чтобы их создавать, чтобы они лучше держались. Фу, как жарко. И решила взять я вот такой срез. Опять-таки, сначала выбрала кучу всего и остановилась. Было оно недорогое, поэтому остановила свой выбор после всего уже купленного на нем. Оскар ждет игрушку. Решила взять Осис, это фирма Schwarzkopf. И это вот такое двойное, как оно там называлось, что-то двойное, двойные кудри или как-то так. Сейчас я посмотрю, даже я не помню, как оно там точно называлось. Но что-то вроде этого. Двухфазный крем для создания локонов. В общем, вот правильно это звучит так. И вот сейчас мне пришло, когда я вот немножко не пойму. Видите, здесь гель. Давайте откроем, с вами посмотрим, потому что мне не совсем ясно. Здесь гель, а внутри что ли крем? А, да, смотрите, получается, видите, поступает крем и поступает вот этот гель. Они смешиваются. Очень интересно будет попробовать. Прям так прикольненько сделано. Посмотрим. И последнее. Я никогда в жизни не пользовалась никакими муссами для волос. Там именно для прикорневого объема. Я всегда прилизывалась. А сейчас вот я даже волосы не сушу. То есть
феном, просто вот сами как сохнут, они там что-то торчат, и мне хочется объема. И я взяла вот такое вот средство, это Матрикс для прикорневого объема. Здесь видите такой вот дозатор, потом его открою, а то сейчас все сломаю, пока ничего не вижу. 250 миллилитров, а здесь, кстати, было 125 миллилитров. И да, вот интересно тоже, а ну-ка, как это средство пахнет. Мне нравится, когда... Вот это вот тоже такой салонный какой-то уход, прям такой профессиональный, знаете, такой аромат. Ну вот, пожалуй, и все, я вам показала все покупочки, все, что я приобрела. Я с огромным удовольствием начну скорее это пробовать. И ближайшие видео, это будет видео, я, наверное, сделаю для вас уход, какой у меня был для волос, мои принципы. В общем, вы запрашиваете постоянно у меня видео про волосы. Я обязательно, конечно, такое видео для вас сделаю. И далее уже я... расскажу, буду следить и за влогами, во влогах буду рассказывать о том, что попробовала, как и что. И отдельное видео, либо это будет уход за волосами, либо именно на вот эти все средства сделаю, не знаю, посмотрим. Будет видно, скорее всего, уход за волосами уже, что понравилось, не понравилось, обо всем вам обязательно подробно расскажу. И напишите, как вам такое видео, как я сегодня сделала, пока не представляю, как я это буду монтировать. Но тем не менее, всем спасибо за просмотр и пока-пока!